Мировой чемпионат по метанию яиц прошел в Великобритании. Сюда приехала даже команда из Японии. Состязание проводится в трех дисциплинах, и без тонкого британского юмора не обошлось. Есть, например, подобие русской рулетки, где все происходит наугад. Выигрывает тот, кто среди десятка сваренных яиц найдет одно сырое. Самым сложным состязанием считается парное и командное метание куриных снарядов. Здесь даже есть своя особая техника. Прежде всего, нужно убедиться, что вы бросаете яйцо не прямо, а по дуге. Иначе оно будет лететь слишком быстро. Конец дуги должен находиться на той точке, где яйцо поймают. Так меньше вероятности, что оно расколется. В 2013 году выиграла команда англичан. Они бросали и успешно ловили яйца на расстоянии 58 метров. У этого соревнования есть исторические корни. По легенде, местные монахи, чтобы увеличить количество прихожан, раздавали всем вареные яйца. А весной, когда из берегов выходила река, отделявшая церковь от поселения, они перекидывали их через реку.